Беларуси началась отправка призывников на срочную военную службу. В первый же день около 1000 человек. Всего на укомплектование вооруженных сил, других войск и воинских формирований страны планируется направить 10 тысяч новобранцев. В резерв – около 200. Из новшеств – студенты учреждений высшего образования сельскохозяйственного профиля по желанию могут быть призваны на службу в резерве во время каникул. Срок действия справок и других документов, которые истекают в период с 10 ноября 2020 по 10 мая 2021, продлили в Беларуси еще на полгода. Подписан соответствующий указ. Однако отложить оформление бумаг на потом можно лишь один раз. Ранее действие справок уже продлевалось. Это было сделано для того, чтобы люди в период пандемии реже посещали госорганы. Белпочта бесплатно доставит открытки 15 мая в любую точку Беларуси. Акция, приуроченная ко дню семьи, пройдет в некоторых отделениях почтовой связи. Принять участие можно будет в Бобруйском отделении номер 27 по улице Минской. Парад колясок, выставки и концерт. В Бобруйске пройдет фестиваль семейного отдыха, посвященный Международному дню семьи. Мероприятие состоится 15 мая с 11 до 19 часов. Площадки проведения – молодежный парк и территория Дворца искусств. Горожан приглашают на оплачиваемые работы. С 17 по 31 мая нужно будет собирать камни с поля. Цена за гектар от 7 до 32 рублей, в зависимости от засоренности земли. За направлением обращаться по адресу Гоголя 7, кабинет номер 6.